На протяжении последних 3 лет суды взыскивали сумму ущерба по автомобилям вне зависимости от категории иска, то есть будь это страховка, будь это наезд на яму, будь это действия третьих лиц, неважно. Значит, взыскивались денежные средства с учетом износа деталей, которые подлежат замене. В настоящее время вышел пленум Верховного суда, постановление пленума Верховного суда. Верховный суд, рассмотрев судебную практику, указывает, что необходимо учитывать, гражданин, автомобиль которого поврежден, вынужден приобретать на свой автомобиль новые детали. Стоимость новых деталей относится к реальному ущербу, в связи с чем данные суммы должны судом взыскиваться в пользу потерпевшего. Данное требование, конечно, не распространяется на ОСАГО, поскольку непосредственно законом установлено взыскание денежных средств с учетом износа. Но полагаю, что относительно ДТП при наезде на выбоины в дорожном полотне данные суммы будут взыскиваться без учета износа.